Здравствуйте, уважаемые подписчики Garden Zoo. Сегодня я расскажу о моркови. В конце июля, начале августа надо ее подкормить финальной подкормкой, для того, чтобы она была сладкая, крупная, вкусная, но самое главное, чтобы она лежала, хорошая лёжкость. В первую очередь, предупреждаю, финальная подкормка, она исключает в себе азотное удобрение. То есть все то, что дает росту буйному зелени, нам сейчас не надо. Фосфор, калий и кальций обязательно нужны. Из каких натуральных продуктов это использовать можно, мы сейчас посмотрим. На 10 литров воды разводим 1 стакан золы, 2 грамма растворенной в горячей воде борной кислоты и 2 столовые ложки калийной селитры. Все это размешиваем и поливаем по влажной земле. Морковка будет слаще и вкуснее. И так как морковь является самым основным овощем в наших блюдах наравне с картофелем и луком, то мы обязательно внимание обратим на нее. Итак, мы с вами подкормили морковь. Больше подкормки она не требует. Единственное, боритесь с сорняками и смотрите, чтобы разные корнеплоды не были рядом вместе. Используйте сейчас морковку.